Так, это Монте-Карло. Повторяю вам. Казино. Водопадик маленький. Ой. Так, это Монте-Карло. Повторяю вам. Казино. Это самое знаменитое казино со всего мира. Самое лучшее, нам сказали. Сейчас, возможно, мы попадем в него только в холл. Потому что там дресс-код. Мы сказали, возможно, в холл можем зайти. Сейчас посмотрим. Так, все-таки мы решили зайти. Пол казино. Нас тут проверяют, что нет ли ничего у нас опасного. Посмотрели, ничего ли мы опасного в казино не приносим. Обшарили сумки, просмотрели. И теперь мы вот вошли. Самое знаменитое казино. Здесь не только казино, здесь сказали и оперный театр. Потом что-то еще говорили. Что-то тут еще наверху есть. Мраморные стоечки красивые. Что тут говорить? Так, туалет здесь из мрамора. Зеркало, чтобы лучше себя видеть. Особенно. О боже. Автобус хоть наш сниму, который нас возит по разным странам. Огромный наш автобус. Идите, заходите в автобусик свой. Вот там наш большущий автобус. И вот наши прямо места.